Самая быстрая Lamborghini за всю историю. С названием Super Veloce и ценником в 450 тысяч долларов мы вправе ожидать от Murcielago LP674 SV очень многого. И Lamborghini нас не разочарует. Эта машина — полное совершенство. Доработанный распредвал и обновленная система впрыска увеличили мощность V-образного двигателя объемом 6,5 литров до 670 лошадиных сил. От монструозного заднего антикрыла, нависающего над двигателем, через прозрачные шестиугольные поликарбонатные плиты и до увеличенного переднего сплиттера и заднего диффузора, направляющих воздушный поток вокруг и под днище машины, во всем безошибочно читается та самая гоночная частота, которую воплощает Super Veloce.
ZR1, получивший прозвище «Голубой дьявол», является самой мощной и самой дорогой моделью корвет за всю историю. ZR1 — первый серийный корвет, развивший скорость 322 км в час. По мощности и ТТХ он не уступает более экзотическим автомобилям стоимостью вдвое выше. Алюминиевая рама ZR1 досталась от модели Z06, а вот подвеска была оптимизирована с учетом широченных передних и задних шин автомобиля. На V8 объемом 6,2 литра был установлен компрессор, развивающий эффективную мощность в 628 лошадиных сил при 6500 оборотах в минуту. Уникальный облик Chevrolet Corvette ZR1 сообщает выгнутый карбоновый капот с прозрачным поликарбонатным окном, через которое видно промежуточный охладитель двигателя. Агрессивно!
вами установлены. Hudson Tech. Передовые технологии на рынке запчастей. Разработки проекта К привели к появлению нового мобильного ЭМИ-генератора. Генерируемый разряд в 100 раз мощнее молнии и обладает предельной останавливающей силой. Алгоритмы наведения, разработанные совместно с Минобороны, обеспечивают захват цели на 75% быстрее.